Хей, Шумики, мы продолжаем проходить игру под названием GeForge. Мне, короче, заново пришлось проходить этот момент. Но, походу, все окей. Так, сразу. Что у меня по пулечкам? Пули, 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 пули. Нормально. Так, сюда мы с вами тогда не выходили, да? Но у нас есть тут ящик и наверху ящик. Так, окей. Пули для дробовика. Так, сейчас стаканчик с водой переставлю. А, стоп, мы здесь тоже ж были, да? Ладно, давайте это пройду и продолжу там, где мы остановились. А, в принципе, это, походу, оно и есть. Там, короче, за дверью эта хрень стоит. Ага. Так, сразу магнит. Готово. Так, очередные проходы-выходы. Так, а что у нас по карте? Зеленый-зеленый участок. Ага. Сейберизация. Летайте без самолета. Тихо. Сейчас мы сразу этот уничтожим. В смысле, 5 выстрелов? Так, ну в принципе сюда я могу залететь. Отсюда по вентиляции. Как я могу понять. Тананные. Короче, не выходит.
Микроволновка. Что-то новенькое. Как может бытовой прибор выглядеть так гнусно? Ванизированная микроволновая печь. Устойчивая к большинству видам внешних воздействий. Она все же может быть выведена из строя путем перезагрузки цепи, если вам удастся бросить в нее открытую дверцу взрывчатку. С помощью стабилизатора вы можете сканировать объект для сбора информации. Неожиданно. А, и все? Так, Дарвин, боюсь, что у тебя не получится проникнуть через эту дверь, пока оборудование внизу не прекратит работу. Единственный путь к пульту управления генератором идет через систему вентиляции. Думаю, это работа для Мучи. Понял. Да, похоже, тут мое место в зрительном зале. Та-дам. Меня больше интересует, как мне попасть в ту комнату нужно будет. Ой, не сюда стоять, а куда? Чё-то я не врубаюсь. Теперь я понял. Так, Муч. Молодец, Дарвин. У меня тут видно, что и вторая линия производства чипов отрубилась. Осталась последняя. Отлично, оставайтесь на связи. Но вопросы... Он сюда ж не может, да, подняться? Пора поддать жару. Окей. Ну это я данные получу. Это я получу данные.
Так, а есть ли смысл мне туда подниматься? В смысле? Ну ладно, давайте мы с вами туда залезем. Патроны, патроны, патроны. Ну слушайте, по 5 патронов, ну это мало. Так, походу уровень тут заканчивается. Ого-го. Стрелять замораживающим лучом, который превращает противника в кусок льда. Вау. Что-то новенькое, неплохое. Хвороса, читаешь мои мысли? Спасибо. Я надеюсь, что... Какой свирепый Шреддер. Но стекло пока держится. Тут внутри заперты какие-то ученые. Соединишь меня с ними? Погоди. Так, они должны тебя слышать по громкоговорителю. Здравствуйте. Говорит агент безопасности. Дарвин, вы там как? Отлично. Но мы в ловушке. Все твои гениальные идеи. Ты думал, что проблема в моих чипах. Теперь мы знаем, что дело не в них. Отлично. Не волнуйтесь, я сейчас доберусь туда, откуда смогу вам помочь. Держитесь там оба. Хворос, у меня тут еще одна проблема. Не могу попасть в третий воздушный шлюз. Есть какие-нибудь другие пути? Я других путей не вижу. Доберись до отдела безопасности и поищи там другие варианты сам. Ясно. Ага. Все забрал. Что это такое? Так какой ты черт, это попался? Он еще живой. Так, здесь прохода нету. Я чуть не сдох, найс. Thank you.
Ага. Неплохо. Привет. Как вы там? Агент Дарвин? Как мы тут? Мы тут плохо. Можно сказать, прямиком из огня да в полымя. Понял. Хорошо. Я из команды, которая над этим работает. Я не могу пробраться через воздушный шлюз. Не подскажете другой путь? Тут ничего нет. Единственный путь через шлюз. Ага. Можете перенаправить трубу пневмопочты, чтобы обойти шлюз. Но чтобы туда пролезть, нужно быть размером с морскую свинку. Желаю удачи. Спасибо. Останемся здесь, пока кто-нибудь не отключит шреддер. Да, оставайтесь на месте. Я непременно дам знать спецназу, где вы. Используя трубу пневмопочты, Дарвин может быстро перемещаться по всему зданию. Для этого надо встать на кнопку управления и выбрать место назначения, а затем шагнуть в трубу и нажать соответствующую кнопку. Ну ладно. Ты тоже это? Давай договоримся, что мы этого не видели. Неважно что, лишь бы ехало. О, да, начинается. Так, сначала все. О, там еще ящик. Тупые ящики. Тупые ящики. Так. Не, подожди. Ну это будет просто самое логичное. А тут что? Ну в какой-то степени. Ладно, давайте спасем их. Потому что нам все равно третью стадию отключать по-любому.
Хотя, а может они как раз мне дверь откроют? Так, я где-то здесь проход видел. О, тут диск. А где проход видел? А, да. Ну ладно. Окей. Я проход нашел. Даже если б я... Ну ладно. К последней цели, Дарвин. Точняк, Ди! Представление начинается! Лазерные резаки защищены увлажнителями. Сначала придется отключить их, а чтобы уничтожить их полностью, надо будет использовать луч высокой мощности. Тут, наверное, пригодится сейберизатор. Мы теперь с ним лучшие друзья. Защитный экран лазерного резака. Это бронированный футляж, защищает лазерный от внешних повреждений. Его можно отодвинуть с помощью дистанционного управления. Может, сам раз еще лучше взять. Окей, магнит. Красотища какая. Переходим к следующему пункту.
Оборудование по производству чипов уничтожено. Теперь Сейбер не сможет тут снова все наладить. Теперь а чё он не упал? Уничтожить главный генератор. Я собираю информацию о том, где там что расположено. Хорошо, буду на месте сообщу. Бластер, есть новости о Сейбере? Я считываю его сигналы. Кажется, я приближаюсь. Заканчивай, Бластер. Ну ладно, на самом деле он не очень такой уж сильный. И за него 25 дают. Окей, сохранить, да? Ага. Хорошо. Вхожу в помещение, где находится основной генератор. Как насовсем вырубить этот агрегат? Есть идея. Если создать в генераторе перегрузку, произойдет расплавление активной зоны. Это должно сработать. Смотри, что я придумал. Судя по планам, генератор питают 3 турбины. Так? Значит, если я запущу их все 3 сразу, тут все здорово разогреется. И быстро. Я не уверен насчет этого, Дарвин. Это может быть слишком опасно. Можно не успеть вовремя выбраться. Тебе нужен быстрый путь к отступлению. Я скажу Бластеру, чтобы занялся этим. Делай, что могу. Ты меня знаешь. Не напоминай. Окей, тогда мы с вами на этом заканчиваем. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.